Не все способы развития обязательно привязываются к определенной компетенции. Приложение управления ИПР позволяет добавлять общие способы развития, которые будут распространяться на все компетенции без исключения. Это удобно, если варианты развития компетенций одинаковы. Чтобы добавить общий для всех компетенций способ развития, в приложении управления ИПР нажмите кнопку «Добавить» и в выпадающем списке выберите пункт «Способ развития». В открывшемся окне введите код и название способа развития. Заполните поле «Комментарий». Именно это описание будет выводиться в форме ИПР в плеере на портале. В блоке «Типы задач третьего уровня» «Задач по развитию» нажмите кнопку «Выбрать» и в форме выберите необходимые объекты. Нажмите кнопку «Сохранить и закрыть», расположенную в верхней части окна. После создания такого способа развития его нужно добавить в настройки приложения.